Марко Мардон, волшебник погоды. Используя свою погодную палочку для совершения преступлений. Он был скучным из двух братьев. Он никогда не мечтал о том, чтобы владеть большим поместьем или стать лидером картеля, как его брат. Марко родился в богатой семье. Когда его отец умер, его брат Клаудио начал управлять криминальным бизнесом. Клаудио тайно заключил договор с конкурирующим картелем, предложив им большую территорию. Однако, когда Марко был вызван на помощь своему брату, Клаудио был убит, а его тело забрали. Свидетельства в виде записки о выкупе и брызг крови указывали на убийство, хотя полиция официально заявила, что это было похищение. Пэтти Спивот начала расследование убийства Клаудио в отношении Марко как личной вендетты. Позже Марко узнал, что убийство Клаудио было организовано женой Клаудио, Эльзой. Он убил ее молнией, отомстив за смерть своего брата. Именно тогда появилась золотой глайдер и вернула его в команду негодяя.